Нет? Все, идет, идет, да-да-да. Все, давай. Давайте. Так, давай, иди аж туда в конец. Так. Магазин «Рассвет». Так, вот. Очень плохо видно солнце. Так. Это первый торговый зал. О, знаешь, у меня так плохо. Так, это подставочка. Так, 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 манекены, пижамки, трусы. О, так, 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 так. О, вот эта стойка посередине. О, я и так сниму. Тут вторая стойка. Сильно солнца много. Лена, иди туда, прямо аж туда. Туда, чтобы видно. О, там глубина. Я не знаю. Неплохо видно. Ближе, ближе. О, это, о, освещение пошло. Хорошо. Второй отдел. О, второй. Тут я поднимаюсь по ступенькам. Юбки. О, по ступенечкам. Вот так. Там у нас... О, так. Вот Лена. Ага. Платье. Так, я с этого отдела снимаю. Еще сверху вот этот же первый отдел. Ага. Так. Так. Угу. О, и вышиванки. Это как кофточки. Окно. Синца, солнца много. Солнца много. Ага. Так. Ага. Ага. Так, я выхожу на улицу. Ага. О, со стороны. О, цветочек наш. Ага. Ага. Люди пошли. Со стороны окна открыты. Ага. Снимаю женщины. И туда улица. Одни окна. Это я на улице снимаю. Я говорю, хватит, на пару, В общем, солнца много, не могу, я ничего сна. А, это со стороны. Опять иду я в магазин. Ой. О, захожу. Так. Вытру экран. Шестой экран. На, Лена, меня поснимай. Угу. Можешь что-то говорить, просто комментировать. А это наша прекрасная хозяйка. Наталья Григорьевна. Вот, она допивает кофе. У нас утро только началось, поэтому мы только просыпаемся. Вот так вот. Вот так. Хорошо, хорошо, молодец, Наташа. Вот такой у нас магазинчик, смотрите. Вот он наш второй отдел пошел. Вот он, смотрите, такая арочка. И мы идем дальше. Ну, как фильм, чтобы получилось. Вот, смотрите, красиво, красиво. Вот наша Наташенька. Так, смотрим дальше. Ай, ты моя принцесса, красотка какая, а? Класс. Вот так, да. И у нас самый лучший магазин. И покупателей у нас целая куча.
Хорошо, 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 хорошо. Вот так вот, да. Только напротив солнца не видно. Напротив света не видно. О, вот так вот, вот. О, о, вот где вся красота. Красота, красота. Вот это у нас юбочки такие есть. Вот это у нас есть такие парочки. Идем дальше. У нас есть брючки красивые, отличные. Да, отлично, отлично, да, молодец. Класс, хорошо. Есть такое дело. Вышиванки какие у нас, смотрите, вышиваночки. Вот такие футболочки. Вот, классные, да. Вот наши вышиванки. Наш товар. Вот, Наташа дальше показывает, что у нас есть. А у нас куча всего есть. Вот, смотрите, какие спортивные костюмы у нас есть. С ушками. Черные с ушками есть. Да, такое дело. Хорошо. Отлично, отлично. Сейчас, 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 сейчас. О, о, все видели. Вот такое дело, да, вот такие костюмчики у нас крутые, видели? Чем больше снимать? Ага, ясненько, ясненько. И вот опять моя Наташа, довольная. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Все, молодец, молодец. Вот это. Я пойду с той стороны. Она пойдет сейчас с той стороны, зайдет. Сейчас вот так она пошла, обходит. И вот мы ее видим уже вот за тем углом. Вот такая у нас Наташа. Отлично, отлично, Наташенька, давайте. Да, о, класс, 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 да. Да, 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 да. Опа. Есть такое дело, есть. Вот, есть, есть, есть. Вот она, вот она. О. Вот такие у нас вот куколки. Вот так мы с ними балуемся иногда, когда делать нечего. Шухарим чуть-чуть. Вот так, вот так. А это наша единственная стулочка, на которой мы сидим по очереди, к сожалению. Ну и что, ничего страшного. А вот наши покупатели. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Проходите, проходите. Мы действительно хорошие покупатели. Вот еще наши покупатели. Так, 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 я мне так не видно. О, вот. Это наши покупатели. О! Хорошо. Вот. Наши любимые. Все. Выключаем. Выключаем? Можешь еще снимать? Мы можем попозже еще включить. А, можно? Давай. Так, стоп.